Когда пришло время выбора автокресла для вашего ребенка, следует обратить внимание в первую очередь на его безопасность, комфорт и функциональность. Сделанное в Германии автокресло Dual Fix iSize имеет высокое качество и отвечает всем стандартам безопасности, которые превзойдут все ваши ожидания. По мере роста ребенка это автокресло растет вместе с ним, так как оно предназначено для детей с рождения до 4 лет. Разворот на 360 градусов позволяет легко и быстро изменить положение кресла, установить его по или против направления движения. Благодаря повороту кресла на 90 градусов его можно легко повернуть к открытой двери автомобиля для того, чтобы посадить в него ребенка или наоборот вынуть из него. iSize является частью нового стандарта безопасности ECE R129, который предусматривает размещение ребенка возрастом до 15 месяцев и ростом 76 см лицом против направления движения автомобиля. Подробнее узнать об iSize вы можете на нашем веб-сайте. Если говорить о безопасности вашего ребенка, то жизненно важное значение для лучшей защиты имеет регулирование сил удара. Для этого мы разработали уникальную концепцию безопасности, которая защитит вашего ребенка в случае аварии. При боковом столкновении опасность для ребенка особенно велика, ведь зона боковой защиты автомобиля намного меньше, чем в случае лобового столкновения. Поэтому мы разработали SICT Insight – превосходную защиту от бокового удара. SICT Insight реализована благодаря специальному стальному элементу в каркасе кресла. При боковом ударе он поглощает энергию и направляет силу удара во внутреннюю часть кресла, в сторону от вашего ребенка. Глубокие мягкие боковины выполняют роль защитного кокона. Смягчая силу бокового удара, они еще больше снижают риск травм. Специально разработанный V-образный подголовник обеспечивает оптимальную защиту, ограничивает движение головы ребенка и в то же время предоставляет максимальный комфорт. Лобовое столкновение может вызвать наклон кресла, не имеющего опорной ноги. Для предотвращения этого есть бампер и опорная нога, которые обеспечивают устойчивость и минимизируют силу удара. Бампер можно установить под углом к спинке сидения автомобиля для обеспечения идеальной устойчивости. Автокресла, установленные против направления движения, обеспечивают наилучшую защиту в случае лобового столкновения, поэтому мы рекомендуем перевозить детей в положении против направления движения как можно дольше. Автокресло Dual Fix iSize обеспечит максимальную защиту в любом путешествии. При перевозке ребенка лицом вперед важно минимизировать риск травм головы, шеи и спины. Мы усовершенствовали технологию ISOFIX, разработав запатентованную систему Pivot Link. Благодаря этой системе при лобовом столкновении сила удара направляется сначала вниз, в подушку сиденья, а затем вперед более плавно, что значительно снижает силы, воздействующие на ребенка. Благодаря встроенным креплениям ISOFIX, кресло Dual Fix iSize всегда готово к использованию и будет надежно и безопасно установлено в автомобиле. Пятиточечный ремень с мягкими плечевыми накладками из неопрена также помогает защитить ребенка. Ремень безопасности распределяет силу удара по пяти точкам – двум на плечах, двум на бедрах и одной месте крепления между ног. Правильно затянутый пятиточечный ремень предотвращает перемещение и удерживает ребенка в защитной чаше кресла. Таким образом, Dual Fix iSize имеет SICT Insight для защиты ребенка от бокового удара и поглощения энергии, глубокие мягкие боковины, которые обеспечивают защитный кокон для ребенка, V-образный подголовник для контроля движений головы, бампер и опорную ногу, обеспечивающие дополнительную опору, крепление ISOFIX для безопасной и легкой установки, систему Pivot Link ISOFIX для уменьшения силы удара и пятиточечный ремень для обеспечения безопасности ребенка в кресле. Кресло Dual Fix iSize можно изменять по мере взросления ребенка.
Широкий набор инновационных функций обеспечит безопасность и комфорт. Вкладыш для новорожденных обеспечит дополнительный комфорт для младенца, поэтому это кресло будет прекрасным выбором с самого рождения. По мере роста ребенка вкладыш можно убрать, что увеличит внутренние размеры кресла. А регулируемый бампер обеспечивает дополнительное пространство для ног. Для дополнительного удобства и простоты использования высота подголовника и ремень безопасности регулируются всего одним движением руки. 12 положений наклона, 6 по направлению, 6 против направления движения, включая эргономичное горизонтальное положение, обеспечат постоянный комфорт как новорожденным, так и малышам постарше. Можно сказать, что кресло Dual Fix iSize растет вместе с вашим ребенком с рождения до 4 лет. Вкладыш для новорожденных обеспечивает дополнительную опору для младенцев. Подголовник и ремень безопасности можно легко отрегулировать. Также кресло имеет 12 положений наклона, включая эргономичное горизонтальное положение. Кресло Dual Fix iSize совместимо со всеми автомобилями, соответствующими iSize, и с большинством автомобилей с креплениями ISOFIX. В соответствии сиденья автомобиля стандарту iSize можно определить по логотипам на сиденье или из руководства по эксплуатации. Итак, кресло Dual Fix iSize предоставляет полный набор функций, которые делают его безопасным и комфортным для вашего ребенка. Его можно изменять в соответствии с возрастом ребенка от рождения до 4 лет. Поворот на 360 градусов обеспечивает оптимальное удобство и безопасность. Уникальная концепция безопасности SICT Insight. ISOFIX с запатентованной системой Pivot Link. Кресло превосходит существующие требования стандартов безопасности. Кресло Dual Fix iSize от Britax Römer. Для вашего спокойствия в любой поездке.